Поэтому, Ну, конечно, мы рады. Другое дело, король что справа, король назад. призы наши, они Ура, не ура, ура. очень привлекательны для топ-шахматистов. Вот здесь в Ну, Title хорошо. Tuesday, например. Все. Так, я не прозеваю свой Ну, тур. the end. В Title Tuesday. The end и А, Александр Невский. начался. О! Нормально, нормально. Все, Арсений будет весело. Нестеров. Так. Давно не Да, главное, виделись. ловушку не попасться. Фух, собрались, Здрасте. собрались. Сейчас мне главное, чтобы куку какой-нибудь не влепили. Мы из Одессы, Давайте что-нибудь здрасте. выберем. Не знаю, что бы выбрать. Как тут люди-то играют? c5, по-моему. Так. И a6. Давайте так. Конь c6. Слон d7. Если я не ошибаюсь, правильно как-то так играть. Вроде тут относительно спокойные позиции получаются, хотел сказать я. Ладно, сейчас мне мат пойдут ставить. Боюсь что-то, на самом деле. Сейчас тут вот без шуток уже страшно становится. Что-то h5, h6 мне сейчас где-то вкрутят. Вкрутят. Куда я денусь? Вкрутят, конечно. dc8, как-то может ферзь b6 или слон b4 вообще. Не знаю. Давайте подумаем. В последнее время я вывожу так ладью. Нагловато. Съезде-то можно, да, в теории. Если он пешку Вывожу ударит, то я ладью. отбегу. Просто-напросто. В глухомань свою попробую. Нагловато. На g8. И буду потом его там вытаскивать. Ах, это Кошки что у нас пойдем. здесь? Нормально. Взяли он конь e4, Так, ну это взяли, принципиальная сходка, взяли. на самом деле. Надо А как-то тут аккуратно. слоном? Можно и слоном. Так, немного ЛШС, ваш теперь Взяли, новый взяли. титулованный соперник. Там слоном побить. Роберто Карлса запустил, ну. Или Кафу, Давайте попробуем честно пешкой. говоря, я не знаю, кто именно это побежал. А он сюда. Но кто-то явно из них. Вот оно Так, на как. G8. Что-то как-то я, конечно, вот это вот все меня не очень сильно впечатляет. С другой стороны, то есть непонятно, насколько вот Вот эта вот оно ладья h3 к как. месту здесь будет. Попробую H5. Все-таки вообще не факт, что я буду рокироваться в короткую сторону. Я, может, хочу вообще как-нибудь там ферзь Допустим, b6, слон 3-0 D3. и в дальние дали. Так, сейчас главное королем не пойти. Что-то я за него схватился. Давайте ферзь b6 выйдем. Типа на пешку напал. Сюда. Сделаю вид, что напал на пешку. А сам хочу просто в 3-0 и короля на a8 прятать. А потом как-то вот Допустим, этого я так хотел ферзя подбежать. на G4. Вот этим другом моим. Что-то мне где-то Я пожопит хотел неприятно. Я прям ферзя на чую. Хлоп. g4, а он не дает. Непонятно, насколько я хочу Давайте бить на b2. Тоже вопрос попробуем на скорее. d2. Да, вот, ну тут я и точно не хочу. Это вот вообще, типа, без вопросов. Приглашаем его ударить на Вопрос на b2. самом деле в том, хочу ли я в 3-0 бежать и взять. Может Потому что быть, а хочу. он Давайте сюда. просто в 3-0, и тут я Он относительно в безопасности. сюда. Все относительно, но куда ни шло, в общем. Вот Это дело, в так общем, вот. куда ни шло. Главное, еще какой-нибудь там ход на Вот d5 так вот. выставить. И еще такую штуку. Какую-нибудь. А то мало ли. Я тут схватить ногчу могу. Надо коня подтащить как можно скорее. Вот на c6 куда-то. Ох, он интересно. Вот он хочет в 3-0 уйти. Тоже. Или не хочет. Так. Давайте так. Так. Время! Ну, окей, тащим. Тащим коня. А4. Еще бы. Ну, давайте дальше тащим коня. Пан жертву. Опять же, естественно. Бить или не бить? Бить или не бить? С одной стороны ударить как-то хочется, с другой стороны линия вскроется. С другой стороны ударить не нужно, наверное, просто. А на Опять ты b2 время, блин, потеряла. выглядит очень опасно на b2. Опять Если ты не сразу время схватить, то на потерял. d5 еще могу схватить, кстати. Он думает, бить или не бить. Вот там вроде неплохо.
Пойду Нет, король не e5, бьет. ладья e6, слон d6. Напал на пешку. Туда, сюда. Вроде на f5 фигура не Сюда. попадает, поэтому должно быть хорошо. А да, тут, кстати, еще сюда лезет. Сюда он ко мне еще лезет. Окей, прячусь. Сюда. Это, может, кстати, уже и хлопнуть хочу. Залез. Так, есть какой-то слон b4 еще тычок. c3 слон бьет. Опять. Может, ударили на e5? Либо просто слон c5. Но я бы Или честно говоря, нет? предпочел вот эту штуку. А, он сюда. Для всех я Будет имею бить на только. опять? Выглядит эта байда прилично. Тяпнул. Сюда, конечно, надо подумать, чем побить. Мы без пешки. Он задумался. Думает, может быть, ферзем Парится он, ударить. конечно. Вообще не поспоришь с этим. Я хочу b4, b5. Окей, ладно, Вперед! давай сюда. Так, Вперед! b5. Б. Как-то надо тут выстраиваться. Может, ферзь есть? Как мне до Ферзь него e7, ладья добраться f5, тут? ферзь c6. И король Я c7. пока не вижу. Как мне до него тут добраться? Нелепо выглядит, но надо Сюда! по-любому. Сюда! Ферзя хочу куда-то вот туда, ага. Так, где-то c4 пригрозит. Сюда, c4, он где-то мне угрожал. Вперед! Все равно c4. Что он d4? Хватнул А он слона. бьет сюда! Сюда. Убежал. Сюда! Ладья d1 вот тут Отошел! еще пригрозит мне. Нет, ладья все-таки c1 бежит. Окей, все. Сюда! Плохая позиция уже. Сейчас там сюда. А, бью! Сюда! Бью! Еще сюда удар. Что это он делает? А, сюда! Прячусь. Отошел! Ну, крутим, вертим как-то эту Отсюда позицию. полез! Опасно! Шах! Ладья! Ты что ж ладья-то? Бью! Сюда, сюда, сюда. Ай, шах! Он мог шах! Ой, делаешь? О, блин! Да что такое? Эй, да что Да. такое? Но вот в этой позиции я просто мотовал ходом ладья Ну, d1. две фигуры, две... Ой, жесть-то какая. О, да бей на Просто мат b7! ладья d1. Эй! Да. Я пошел ладья d1 и срубил флаг. Но это Ну, просто второй мега раз сетка сегодня бегает флаг какая-то. падает. Ну, как же так, а? Что-то меня Или глохнет что-то начинает здесь? трясти немножко. Вообще... Зажигалка, кстати, чуть не проиграл Гельману в 1/8 лиги шахматной стыги. То есть кто бы Мышь знал, да, я видел заедает, уж... этот матч очень интересный, но мне кажется, что все-таки не в плане претензий, но мне, просто организаторам лиги шахматных стримеров, мне кажется, что немножко не выдержана пропорция. То есть 4 на 2, там, Гельман зажигалка 4 на 2, но это как-то очень-очень трудно просто играть. И, ну, вот это вот Что 1-15 на тут 4, это, конечно, совсем же. Нет, тут меня побили, прыгает конечно. все В здесь, этой как партии, не да, знаю меня атаковали. что То, что я флаг сбил, это на этом просто... ческоме, блин. Просто повезло. Это Нас просто, да. заедает у меня как-то как Это резина. На личесе очень... быстро ходишь. На самом деле, Александр тут меня Где этот переиграл. ческом? Меня тут переиграл. А Ну, правда, в это конце как мат зевал, но... резина, блин. Я там по дороге назевал всего тоже. Ой, жесть какая, ладно. Ладно, ладно, ладно. Но это было незаслуженно. То, что Напал я на проиграл. D1, и я пытаюсь